грязь. Люба будет сдавать экзамен по грязевой езде. Правда, у них полный привод, но все равно здесь такие колея глубокая. Хорошо, на полном приводе. Я тут скользил, как на лыжах. Хотя ее тоже он таскает. Он как вверх болтануло. Всем привет, с вами Михалыч. Сегодня как бы закрытие нашего сезона жидкой воды. Вчера и сегодня. Но погода была вчера целый день, дождь такой проливной. И было не до съемок. Но клевала рыбка, сегодня клевала. Сейчас покажем, что поймал. Мы снимали вот такой домик. Вот жили в этом домике. Тепло, уютно, хорошо. Почти 4000 стоит. Ну, на троих как бы более-менее нормально. Вот, и озеро рядышком. Но вот сейчас погодка портится, дождик идет. И сейчас, не прекращаясь, будет дождь. Так что будем собираться домой по чуть-чуть. Сейчас рыбку сниму, но как ловил, не получилось снимать, потому что погода была совсем нелетная. Так что вперед, посмотрим улов. Вот такой шикарный выход. Здесь мои лодки на ночь пристегивали. Вот такие шикарные просторы здесь. Ну вот погодка портится. Оттуда вот такая туча лезет серая. Уже снег шел сегодня. Погодка. Вчера была плохая, и сегодня стала портиться. Смотрите, что творится. Отсюда лезет какая-то страшнючая туча. Сейчас дождь будет, просто ливень. Надо прятаться. Смотрите, 2 минуты, и все снегом засыпает. Это даже не снег, а град какой-то идет. Вот смотрите, я только что снимал, вот секунд 30 прошло. И вот здесь вот уже столько снега. Вот это погодка, вот это жесть. Круто. Вот такая туча страшнючая. Обалдеть, что творится. Обалдеть. Смотрите, а берегов не видно. Жесть. Ну вот, как обещал, вот такой уловчик. Такой больше килограммчика, наверное, полтора, судачок. Там еще один судачок. Короче, 5 рыбинок. Вон еще дышит. И 5 отпустил. Вот такая рыбалочка. Вот в таком домике мы жили. Вот такая территория здесь приличная. Но сегодня вот снег идет. Только что был снегопадище сильный. Так что это, скорее всего, будет завершение нашего сезона. Поэтому всем, кто был со мной, всем спасибо. Ждем следующего летнего сезона. Может быть, еще в ноябре съездим куда-нибудь, потому что обещают теплую погоду. Но на всякий случай, всем пока. С вами был Михалыч.